пушистый и мурлыкающий, домашний и не очень. Вот, кстати, давайте об этом. А что, имеем право, 1 марта в России отметили День кошек. Так вот, на нашем телевидении живут, можно сказать, уже полудомашние кисы. Коты-маскоты, Маруська и Вася. Кормятся, играют, даже добычу приносят. Это сейчас они к людям хорошо относятся, годы тренировок, как говорится. Но мы-то знаем, с человеческой породой не всегда так легко все складывалось. За примерами далеко ходить не надо. Вот у Васьки на лапке след от операции. Достали пулю от пневматического оружия. Вылечили, отходили, теперь бдим еще больше. Хочется, чтобы таких новостей не было, правда? Так давайте поможем нашим четвероногим друзьям. Оглядитесь вокруг, может, где-то рядом с вашим подъездом спрятался пушистый комочек счастья, который ждет вашей ласки и заботы. Давайте делать добро, и не только в День кошек.